Геологическая служба «Газпромнефть Муравленко» в очередной раз подтвердила, что является одной из лучших в стране. Сразу четверо сотрудников службы стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года». С лауреатами встретился наш корреспондент. Сами награды нефтяники еще не получили. Их будут вручать позже, во второй половине февраля. Но каждому из победителей уже пришло приглашение на церемонию подведения итогов конкурса. Кроме Российского союза научных и инженерных общественных организаций, организаторами конкурса стали Международный союз научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени Прохорова, а также Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу. На конкурс были представлены все научные работы, опубликованные в всероссийских журналах. Это получается более 58 публикаций уже на сегодняшний день. Все рационализаторские предложения, которые были внедрены на предприятие, все патенты на изобретения. Вообще в целом рассматривается работа на инженерных должностях. Этого хватило бы на несколько кандидатских диссертаций, отмечает Марат Азаматов, начальник управления проектирования, мониторинга геолого-технических мероприятий и сводного планирования добычи. Заместитель главного геолога «Газпромнефть Муравленко» уже становился победителем конкурса младшей номинации «Инженерное искусство молодых», где участвуют специалисты до 30 лет. Сейчас же он станет лауреатом уже, так сказать, во взрослой категории профессиональных инженеров. Однако, без сомнения, любая награда конкурса уже большое признание достижений муравленковцев российским научным сообществом. Кроме Марата Азаматова, награды ожидают еще и Михаила Гвоздева в категории профессиональных инженеров, а также Владислава Бахурского и Павла Дрофу в категории инженерное искусство молодых. Независимую оценку получить, насколько я хороший и грамотный специалист в своем деле. Вот. Ну и плюс, ко всему прочему, получая подобные награды, подобную оценку на таком уровне, хочется как-то и дальше работать больше, и какой-то подъем появляется. В очередной раз геологическая служба «Газпромнефть Муравленко» подтверждает, сегодня она одна из самых перспективных в России.